Алло. Ну вот, сейчас еще раз я ей перезвоню. Она где-то в Московском районе. Алло. Да, это у меня петухи поют. А я не знаю, часа может до 6. Не знаю. Что, попозже, что ли, надо еще? Ну да, попозже. Давай попозже. Давай, звони тогда, когда будешь собираться. Ладно, давай. Все, пока-пока. Угу. Это Юля. Пугает. Кость торчит наружу. Видели? Ключица. Вот она. Все. Даже не знаю, как нам отрезать-то надо все это дело. Жалко. Не жилец. Лежит так смешно. Не ела ничего. Эй. Ой, скрыла, только бегать будет. Я боюсь, что даже не представляю, как мы ее отрежем. Это ключица торчит уже. Представляете, это около шеи порвано, все разорвано. Я звук уберу. Спасибо. Это не жилец. Это не жилец. Худенькая-то моя.